Хей, йога, если мужики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls. Так, а куда звук пропал? А, фу, он есть. Показалось, что звука нету. Так, мне нужно, во-первых, открыть... А я могу починить... Усилить оружие. Сломанный меч. Мы с вами сломанный меч, да. Улучшаем до 10. Чё? В смысле? Я думал, я... Как так? Я не могу усилить его. Мне нужно на... Понял. Окей. Переместиться. Так, склеп темной луны. Уезд нежити. Уезд нежити, это у нас замок. Склеп темной луны. Поехали, я не помню, что это. Кажется, это лес. Надеюсь, меня кузнецу тпхнет. Даже так. Окей. А как мне тогда? Да тогда. А хотя я могу через... Давайте, короче, я повысить свой уровень. Да, повысить мой уровень. Где мой уровень? Где мои предметы? Души. Использовать, да? Души. Использовать одно. Не хватает немного. Ладно. Пользовать, окей. Что, тогда убиваем ее, да? Тогда костер погаснет. Не знаю. Здоровье принять, окей. Ладно, короче, гу отправляться дальше. Не буду их убивать. Мне так хватает хилок. Значит, на переместиться. Дочь хаоса. Это куда мне нужно? Глубина. Глубина, скорее всего, у нас в этом. Тупо сделано. Глубина. Что? Глубины, что это у нас? Кажется, там где-то ящерки были. Да? Да. Там, где мы убивали дракона. Значит, дочь хаоса, окей, перелетаем. Потом мне нужно будет телепортнуться к храму огня. А, пойдем в лес. Сейчас пойдем в древо. Сейчас мы отправляемся. Или нет? Подождите, я могу что сделать? Ладно, побежали посрать. Только, конечно, это долго будет, но... Ладно. А, я в древо побежал. Еще раньше хотел туда побежать. Я что-то про него забыл. Корни.
Корни, корни. Я не помню, как там хотя бы эта локация называлась. После мы отправимся, наверное, с вами в сад корней. Там мы сможем забрать этих. Других врагов. Там босса, кажется, псина будет. А куда я иду, где корни, там только гидра, кажется. Все. Так, сначала пойдем на вход. Мне нужно сходить к костру. Чтобы вот это не просраться, не бежать потом пол жизни. Потом, чтобы не бежать пол жизни. А, точно. Я и забыл, что у меня другое колечко стоит. Что с без колечка я то это не могу бегать, как раньше. Жечь. Без тайного обряда, какого тайного обряда? Я ж поставил уже эту херь. Тайного обряда. А где это дерево хотя бы? Вот это дерево. Мы бежим в него. Мы бежим в это дерево. Деревку, деревку. Эта локация очень опасная. Какими-то противниками. Так, дощатый щит. Где я тут? Ага. Так, нормально. Двойная человечность. Так, нормально. Бежим дальше. Плюс 400 душ. Так, тут еще где-то должна быть секретная. А, подумал, открыл. А, вот все. Так, костер зажжен. Пожечь, да. Чтобы зря это не тратить. Все хорошо. Здесь можно вон мерцающий титани заработать. А также здесь можно заработать проклятие. Как нефиг делать. Теперь, а, вот нормально. Да, вот этой полазей поищи, вспомни, куда идти. Где легко упасть, где можно упасть и сдохнуть. Так, вон эти твари. Ящерки. Как они меня вымораживают. Так, побежали отсюда. Так, титанит. Да, здесь корни, они очень такие хрупкие. И опасные. Упасть как нефиг делать. Раз, два. Раз и два.
Хо-хо-хо-хо. Тихо. Уже плюются. Опа. Я не помню, куда идти, поэтому я просто иду. Я помню, что можно вниз, нужно вниз спуститься и все. Так. Так, ниже. Чем ниже, тем опасней. Потому что нам потом придется забираться. Потому что нам придется забираться. Обломок синего титанита. Так, тут закрыто. Или тут все-таки не закрыто, я думаю, буду как сейчас спускаться, ладно. Так. Раз выпьем. Обломок титанита. Ой, сразу шмотка выпала. Око смерти. Уф. Ух, тихо-тихо. Чуть под траву не попал. Тут уже смотреть нужно, потому что сюда я упал бы, и все, я сдох бы. Тут всюду смотреть нужно. Каждую дырочку, которую можно не заметить, и запросто упасть вниз. Ну, вот, к примеру, да? Типа шмотка. Оп. Ух ты ж, ёбаный в рот. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Тихо, идем по кругу, ребят. Уже все в яде. Уже все в яде. Надо не сдохнуть. Вздыхает этой херни, больше жизни нету. Вздыхает этой херни, больше жизни нету. Можно забыть о дальнейшем. То, что меня будут ваншотить все враги. Тут лестница. Тихо, главное тоже еще не упасть по своей же глупости. Ну вот, видите, типа я могу скатиться туда и забрать шмотку. Но мне кажется, потом я обратно просто не вернусь. Ай, боже. Хочу. Ну нафиг. Ну нафиг. Лучше спокойненько спуститься. Ну вот, видите, типа я сюда спрыгнул и все. А оттуда только смерть. А оттуда только смерть. Вот это тоже место опасное. Ну, блин, оно все здесь, это вся локация опасная.
на первый взгляд они кажутся очень такими медлительными, но потом, когда ты когда их много и они на тебя все прыгают, ты понимаешь, что это не так. И это уже тогда становится жопа боль. Фух, пронесло. Пронесло, пронесло, пронесло. Так, еще один. О, костер. Было замечательно. Костер, костер, костер. И тут есть такие враги, как гидра. Нас интересует костер. Ух. Чё, поехали. Значит, я ж человек, да, сейчас? Да. Так. Мелочек. Мелочек. Использовать одну. Так. Ложечь, да. По идее, фляги можно прокачивать до 20. 20? Ну, ладно, такое. Нам нужно туда бежать, к древу. Ну, далеко, там дальше, там где свет падает. Сейчас попытаться нужно вот эту херь убить. При этом не упасть. Ну, почти. Я думал, там есть, где я могу походить. Оказывается, нет. Я сразу падаю. Класс. Не зря костерчик прокачал. Не зря. Не зря. Ладно, погнали за душами. Интересно, их смогу ведь забрать? Бац, бац. Давай, 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 нападай. Бац, бац, бац. Не успел. Бац, бац, бац. Вот, вот, вот. Изи. Бац, бац. Ладно, попал. Пипец, как же тяжко. Неужели?
Хорошо, дальше. А, все. Изи. Драконья чешуя. Плюс много. А теперь мы можем дальше бежать. Больше она не появится. Я помню, как я это проходил без убийства ее. Потому что я не знал, как ее убивать. Какие стратегии. И мне приходилось просто убегать. И очень быстро убегать от нее. Какой череп, да, огромный. Главное не дать себя сожрать. Я тоже не помню, что она там дает нам. Вот это классненькое, да, место. Так, о, на превьюшку пойдет. Кажется, если нажирает, она тоже дает тебе отравление, ну, проклятие. И поиначе. Но здесь место опасно, потому что можно соскользнуть и упасть вниз. А в дереве, если я правильно помню, есть тоже довольно хорошие ништяки. Но можно довольно ништяково сдохнуть. Интересно, тут с грибами или с ящерками? А ну вот. Как видите, да? Чем опасны эти грибы? Они могут ваншотнуть. Типа они кажутся маленькими, да? Ну как? Вот этот замах от вас нихера не оставит. Поэтому лучше текать. Поэтому нахер лучше текать. Ох, фух, вот хорошо, что он промазал. Вот смотрите. Считайте, что это были мои хп. Поэтому его лучше не злить. Но из них может выпасть грибки. Грибочки из них могут выпасть. А грибы, это считайте, то же самое, что хилки. Так, я не помню, где тут что они охраняли. Ну, после этого места я получил проклятие сильное. Ага. После этого места я понял, что это жопа. Хорош. Молодец. Ну, считайте, я просто обежал все. А не помню, а там есть проход? А-а, там прохода нету. А как же тогда я забирал то, что находится наверху? Как же? Соскользнуть было очень сейчас просто. Поэтому лучше никогда не рисковать. Вон, проход.
как туда попасть? Снова же. Проходов, кажется, тут секретных не было. О, видите, там еще что-то лежит. Ну, я на обратном пути попытаюсь забрать. Вот я попытаюсь на обратном пути забрать. Из-за того, что вода темная, я не понимаю, где обрывы. Поэтому лучше вообще тут не рисковать, просто бежать. А что, нафиг оно мне надо? Я не помню, одна тут кедра или две? По идее, одна. Там мне довольно... А, все, я пробежал. Это, короче, еще один ковенант, связанный с драконом. Ну, я сюда бегу ради двух вещей. Первое — это костер. Сейчас отдохнем. Да. Отдыхаем. Сворачиваемся. Ай, блядь! Нахуя? Поговорить? Нет. Нам нужен хвостик. Так, большой меч дракона. Окей. Нахрена я только что отдохнул? Ё-моё, я тупой. А, ладно. Побежали обратно. А хотя... Могу я быстро переместиться с этой локации? Даже так. Ладно. Погнали пешочком. Побежали пешочком. Главное, что... Блин, я не помню, есть какие-то там эти... Жертвенное кольцо, да, кажется, редко и все дает. Иммунитет. Проклятие. Но оно там ломается тогда. Чем озеро опасно? Тем, что ты не видишь, куда ты бежишь. Туда и наверх я тоже что-то не врубаюсь, как подняться. Вот таким способом я туда не попаду. О, ракушка, давай. Ко мне. Так, давай, давай. Ага, ударца копытцем. Готово. А выпадет что-то? Вот из них можно еще выбивать эти проклятия. Ой, во, что выпало? А, мерцающий титани с них падает. Окей. Я что думал, что из них кое-что другое падает. Ладно. 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 Побежали к этим ракушкам. Сейчас по-быстрому заберем, что здесь.
Драконья чешуя. Айпами там что-то валяется? Или там ничего нету? Ну я... Да, там валяется что-то, я вижу, сверкает, видите, там около вон корня. Хлопчики. Побежали, побежали. Блять, они рель бегут. Отстань, так все хорош. Медленно он по песку бегает. Ну, в принципе, в этой серии мы проверили все дерево, что я хотел. Да, конечно, не все собрали, то, что я хотел, но, увы. Драконья чешуя еще. Так, давайте перелетим в этот. Храм огня. И там закончим. А мы еще можем, знаете, куда сходить с вами? В этот. А, ну в лес мы по-любому пойдем. Или давайте, наверное, по-быстрому кузнецу слетаю. Так, переместиться. А, каменный дракон, это вот только как раз место. Башня принцесса, Анарлон, храм огня. Да, храм огня. Полетели. Травяной щит. Сейчас быстренько слетаем. Сбегаем. Сбегаем, сбегаем. Да. Обидно то, что у меня. Окей, труп. Все-таки мы можем. Хорошечко, стер. Сбегать с вами. Блин, а я не могу. Почему я не могу зажечь костер? Нет, хранитель. Здесь что? Дайте мне зажечь. Ладно, давайте, короче, тогда в этот сбегаем. Около деда того остановимся. И можем, в принципе, еще этого убить, демона. Там бродячего. Закончить серию, типа. С него у меня пойдет. Хотя. Может, все эти заюзаем или нафиг надо? Души, которые мы собрали. Не буду трогать, нихера, побежали. Let's go, Reds. У меня довольно много выносливости. ХП осталось прокачать. Фляги, скорее всего, я пойду убью. Ту тёлку в Анарлонде. И убью все-таки принцессу ту. То, что что-то не меня бесит. Зачем я затачивал свой этот? Покажи-ка мне этот уголь. Ни разу не слышал об угле, мерцающем черным. Может быть, ты согласишься отдать уголь мне? Он меня странным образом завораживал. Ладно, давай нам. О, замечательно. Спасибо. Этот уголь действительно нечто особенное. Он уже зачаровал меня. Я чувствую в нем большой потенциал. Так, давай, короче, это, усилить оружие. Может, я у него могу усилить его? Нет. Просто мне нужно прямой меч улучшить. Прямой меч мне нужно усилить, ребят. Для чего? Для того, чтобы я смог потом это... Немножко тут. Как вам сказать? Блин. Замутим потом кое-что другое. Прямой меч. Где у меня прямые мечи? Есть у меня?
Мне нужно плюс 10 заточить его. И потом это. Блин, хочу что-то сказать, забываю. Сейчас, дайте я разберусь здесь с вещами этими. Я не знаю, можно это продавать все дело. Так, мне нужно, короче, прямой меч, любой. Длинный меч. Прямой меч, вот, допустим, его взять. Асторский. Сколько ты будешь стоить для заточки? Усилить оружие. Дороговато. Ладно. Гуляем. А, так я его убивал уже. Тю. Ну ладно, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Я хотел, короче, выковать святой меч, чтобы я мог... Ну, проклятое оружие. Чтобы я мог атаковать призраком. Чтобы мы пошли с вами потом в Анрлонд. И там с вами все мутили. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.